told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too. Всем доброе утро. У нас на завтрак домашний батончик. Сейчас будем делать чай. Кофе закончился, а мы даже этого не заметили. В общем, будем ты сейчас... Ты где живешь? Где? В Питере. И какой чё? Батон? Булка? А, булка. Две булки. Две булки. Вот, свеженький батончик. Все равно я его называю батон. Откроем вот такой вот из мяса цыпленка. Детский паштет. У меня... На десертик паста кокосовая, вкусная. Ну и еще будем вот таким вот сыром плавленым делать бутербродики с лисичками. Миланка сейчас в школе. Вот, у меня кое-какие дела по дому сейчас. Еще хочу сделать, сразу покушаем. И я в духовку отправлю обед. Буду баклажаны запекать сегодня с картофелем. И сделаем, наверное, какой-нибудь соус. Можно сделать сметанный, чесночный, морковный. Класс, я думаю, будет вкусно. Да. Вот, кофе надо купить сегодня, в магазин зайти. Я говорю, не заметили, кофе закончился, надо пойти купить. И сейчас еще захотели открыть шоколад «Лесной орех». Вкусная и полезная альтернатива шоколаду Royal Forest. Лесные ягодки. Ой, ягодки, «Лесной орех». Без сахара, без добавления сахара. Натуральная сладость «Эреба». Ну что, у нас новая рыбка, вот такая вот игрушка антистресс, и захотела вам показать. Смотрите, какая красавица. Золотая рыбка Любава. Исполняя желание. Смотрите, какая она красивая, вообще просто прелесть. Тоже такая мягенькая, это антистресс. Я всегда показываю такие наши игрушечки антистресс, Миланка их обожает. Потому что они у нас, помимо того, что красивые игрушки, но еще и подушки. Очень красивая. Прям именно такая золотая рыбка. Миланка сейчас в школе. А я решила вам показать эту красотку. Заказывая такие игрушки на Валберес. У нас уже прям целая коллекция игрушек таких вот антистресс. Они все очень красивые, очень красивые. Ссылочку оставлю в описании под видео, где заказывала. Это, кстати, отличный подарок. Не только для себя, да, но, допустим, на какой-то подарок на день рождения, на Новый год. Тоже, мне кажется, будет прям супер идея. Нравится то, что хорошего качества, я уже показывала. Все швы очень хорошо прошиты, плотная, хорошая ткань. Ничего не рвется. Я говорю, мы брали и на море такие игрушки. Миланка и спала на этих игрушках. И они, как новые, не продавливаются, ничего. Швы нигде не расходятся. На самом деле, это вообще прям огромный-огромный плюс. То, что игрушки именно из очень качественных материалов. На обед мы сегодня решили сделать омлет, и еще я отварила вареники с картофелем и шпинатом. Делаю салатик, здесь помидоры, огурчики, болгарский перец, посолила немного, поперчила и заправила сметаной. Миланка в школе, а мы получили, съездили на почту, получили... Миланкину куклу. Давай откроем, посмотрим. Я так думаю, тут одежда, да, что это какие-то аксессуары. Тут вообще непонятно, что. Что это такое? Такое тоненькое. Непонятно. Миланка придет из школы, сделает уроки и будет открывать. Ой, что это такое? Клянем. Что это? Смотрите, но мы не будем прямо открывать без нее. Она сама будет открывать. Она мечтала. Хорошо запакована, да? Да, об этой кукле Блай. Смотрите. У нее, насколько я знаю, меняется цвет глаз. Да? Четыре глаза. Четыре, четыре глаза. Лика, открывай дальше. В общем, не будем открывать полностью. Придет, будет делать уроки, а потом будем открывать. Колодки.
Что это? А, это она говорила, это такие чулочки. Такие в сеточку, видите? Такая модная, да? Так, что здесь? Видите, одежда. Ботиночки. Ботиночки, смотрите, вот такие. Одежда. Миланка сама выбирала. Такая кофточка, да? Угу. Короче, она будет в восторге. В полном восторге. Она так ждала. Мы думали, что может быть первому... Да, мы думали, что может быть к 1 сентябрю успеет прийти. Она не успела, но ничего, она ее ждет. А когда дольше ждешь, да, тем ценнее подарок. Да, да. Довольна? Очень. Смотрите. Она здесь... уже открыла. Дайте, кстати, юбочку. Давай потом. Все, мы с тобой как договорились? Я тебе разрешила одежку, ладно, открыть. Такая мягенькая. Вот так вот. Ботиночки. Ботиночки. И вот так вот колготочки. И юбочка. Вот смотрите, какая юбочка. Вот так вот, смотрите. И вот это любой эсик. Я хочу вот такую вот ставить очень. В общем, это киски менять, да? Да. Да, просто посмотрите, какая голова гигантская. Я уже показывала. А посмотрите, какие глаза гигантские на тебя смотрят. И говорят, сделай уроки, а потом будешь меня распаковывать. А я хочу сейчас распаковывать. Нет. У меня такие губы большие. Красотка, да? Уроков много колечко задали? Уроков мало. Давай, я раздевайся. Вот колечко, кстати. Идем кушать. Это все мое. Мила, давай, все. Идем кушать. А я теперь хотела кушать. Не-не-не, давай, все. Потом сделаем уроки и будем с тобой играть, да? Подруге позвонишь, она сегодня не была, да, в школе? Неделю уже не ходит. Она болеет. А мы бургеры хотели бы бургеры купить, постояли там полчаса. Я такую очередь делаю. Этот урок такой приятный. Да, вообще класс, красота, милыш. Ну, вот этот момент, когда я крутая. Смотрите, я именно все одеваю сейчас. Так. Шикарно. Ой, красота. Руки тут что в чернилах, Милка. А, так это я рисовала. Все. Ну, вообще круто. Все, Милан, давай кушать, раздевайся. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Заказали вот такие вот концентрированные капсулы. Здесь 52 капсулы. Соответственно, на 52 стирочки. Концентрированная с кондиционером в растворимых капсулах средства. Пахнет очень приятно. Сейчас покажу, как выглядит. Я уже попробовала, постирала. И мне очень понравилось. Во-первых, аромат очень приятный. Он не сильный, но очень-очень такой, знаете, легенький. Какой-то такой фруктовый приятный аромат. Такие небольшие капсулки. Выглядит так красиво, да? Вот, в общем, на 52 стирочки. Я заказывала на Валберис эти капсулки. Очень довольна. Не нужно отдельно стирального порошка и кондиционера. Все в одном. Все зашли в магазин Миланки. Хотим взять на рисование в художественную школу какие-нибудь вкусняшки. Скорее всего, возьмем чокопай. Увидела большие скидки. Смотрите, до 80%. На канцелярию? Нет, это не на канцелярию. Именно на... А, ну смотри, тут написано «забери все». Я так поняла, что на садовое. А, смотрите, такие качельки 50% почти, что такие 53%. Вообще, я увидела сейчас шла, вот, смотрите, кресла вот такие вот подвесные. А, вот. А что-то, да, я тоже смотрю, не пойму. Ну, наверное, видишь, вот эта пружинка можно регулировать. Да нет, пружинка. Нет? А вот вообще, смотри, 8 тысяч. Ну, это неудобно. Слушай, а возле входа там другое кресло за 10 тысяч? Нет, это 13. Там другое за 10 какое-то. Вот из этой серии. Но 10 тысяч. Там 68% скидки. Цвет другой был, тоже коричневый. Вот изумрудная подушка. Было. Ну, почему-то стоит 10 тысяч. Там 60% скидки. Ну, а почему на этот? Цвет. А из-за цвета? Этот цвет очень модный, видишь? А там цвет тоже прикольный. Там такой коричневый.
темно-темно-коричневый, как черный. Я думал, это как Лика искала, ну, запаивать. А это вакуумный, вакуум делать. А вот гриль. Я вот то хочу, то не хочу. Я вот увижу, что-то кто-то готовит с помощью вот этой штучки. А вот гриль, и вроде хочется. Удобно, но у нас места для него ну нет. Да, вот если все вот эти гаджеты покупать, это столько места. Вот единственный вариант, мы даже мультиварку, вот когда готовим, мы ее достаем, а так убираем. Просто если все это доставать и вот оставлять, да, вот на кухне, а на рабочей поверхности, то вообще места, конечно, не остается. У нас наподобие таких же. У нас точно такие. А, точно такие. 43% скидочки сейчас. Разбираю наши покупки. Взяли кофе. У нас уже закончился. Сегодня даже на завтрак пила чай. Что-то не досмотрели, что кофе закончился. Взяли пельменницу. На 37 штук здесь количество ячеек. Будем делать пельмени. Но не сегодня. Сегодня мы будем делать блинчики с печенкой. Ну, то есть вначале сделаем паштет печеночный. А вот, и будем печь блинчики, потом заворачивать, очень вкусненько. А уже, наверное, там, может, завтра, послезавтра будем делать пельмешки. Я себе взяла вот такие вот хлебцы, это манго-маракуйя, это сладкие. А это две упаковки взяли укроп с солью, рисовые, цельнозерновые. Вот, Миланки взяли чокопай клубничный. В общем, разбираю покупки и будем печь сейчас блинчики. Я еще хочу попить чаек. Еще взяли чай зеленый с мятой. Так что буду делать сейчас чай. Смотрите, какая красотка. И меняются глаза. Показывай, как цвет меняется. Ну, как будто я дышу. Но я не по-другому нельзя, а то голова, видишь? Смотри. Оп. Смотрите, какой цвет такой. В общем, за веревочку дергаешь. Вот так. Ну, подожди, там не даешь посмотреть. В общем, голубой, карий. Такой розовый. И вот такой вот серый. И голубой еще покажи нам. И вот такой голубой. Какой вам нравится? Мне нравится голубой и карий. Покажи еще одежку. Такой вот свитерок, юбочка, гольфы и ботиночки. И ботиночки. Гольфы мы, кстати, сами заказали с костюмчиком. Отдельно, да? Да. Слушайте, ну красотка. Волосы такие длинные. Так еще я хотела каре, а потом подумала, что каре не красиво. Смотрите, какие длинные волосы. Ася теперь такую же хочет. Да? Ну, такую. Ну, какая красотка. Все. Давай. Сейчас разбираю свой парфюм, там навожу порядочек в шкафу. Я не буду сейчас показывать, покажу вот то, что вот мне очень нравится. Это ну, на самом деле, где мы заказываем, там все ароматы очень классные. Очень все подробно расписано, нотки, вот, и всегда попадаем в точку. Вот это духи, это принадлежит группе цветочным. Очень приятный такой нежный аромат цветочный. Здесь ноты бергамота, апельсина, болгарская роза, фиалка, магнолия, вот, кедр. Ну, такой аромат, прям, знаете, очень-очень приятный. Еще нравится то, что вот этот парфюм, во-первых, цена очень доступная. А во-вторых, я уже говорила, можно выбрать объем, то есть и маленькие, чтобы вот носить в сумочке, да, с собой, и побольше флакона. Ну и, соответственно, вы видите, да, это пластик, а это стекло. И такие мы заказываем, чтобы в сумочку кинуть и, допустим, носить, да, это, по-моему, 30 миллилитров, если не ошибаюсь, да. Вот, и вот эти вот, это 50 миллилитров. Ну, а этот парфюм, видите, он у меня уже практически заканчивается. Очень приятный, тоже такой аромат свежести. Я его почему-то ассоциирую, знаете, со стиральным порошком, таким приятным вот именно ароматом. Здесь присутствуют нотки еще такие сладенькие, бергамот, черная смородина, яблоко, ну такое что-то. Вот. И вот почему-то напоминает, вот знаете, такую сладость и такой именно стиральный аромат стирального порошка, свежести. Очень такой ненавязчивый аромат, легенький, но в то же время стойкий, очень-очень приятный.
уже вот заканчивается. У меня на здесь 50 миллилитров. Где заказываем парфюм, я и в подарок часто заказываю. Я оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, там есть ссылочка. Очень большой ассортимент, очень большой и очень-очень доступные цены. Еще раз говорю, есть и в пластике, есть в стекле и абсолютно разный объем. И также есть еще и мужской парфюм, помимо женского.